управление руки вязкой, он верховый, но он делает упражнение для крюка. Для чего? Чтобы он пошел в крюк, я вязко, короче, останавливаю эту руку, да, и выхожу верхом. Понимаете? Это верховик можно делать, да, ну, руками, которые отсюда, то есть, ну, от стойки, короче, идет вниз. И делает упражнение для верха. И это не покачает. И это не покачает. Такого не бывает. Верховик может покачать здесь. Да, нет, запретить, короче, здесь. Ну, крюк это крюк. Это такая тупая. Тупая, короче, борьба. Пошла рука, пошла, потом уже пошла, подтягивание, короче, на этом, на турнике. Я понял. Вот, не просто так, а вот мизинцами, короче, вот брать, вот мизинцами брать, цепляться, короче, вот так, и чисто вот большими весами, короче, вешать на себя, короче, и стаскивать, короче, не просто так вот подниматься, а вот, вот так вот подниматься, вот, подбородок, короче, вот так. Одной рукой висеть. Канат, если есть, да, отлично, пошел на канат, но нету каната. Как? Вот только так. Висишь, опускаешь руку, обнял эту трубу, короче, вот, выпрямил, вот. Вот, обнял, двумя руками, вот стоишь, обнял, короче, зафиксировался, короче, все, отпускай, жмешь, головой держишь, короче, ну держишься. Понимаешь? Жмешь, сколько сможешь, короче. Ну, не надо делать вот такие вещи к рукавнику. Если делаешь физкультуру, лучше подтягиваться. Делаешь двумя руками, делаешь.